уже дома, и наконец-то мы будем распаковывать посыл. Так. На улице были последние дни очень жаркие. Мега жаркие, поэтому... Не знаю, что будет. Да, уже там последние цветочки, которые там были, ну, когда я выбирала по фото, я смотрела, что она уже не так пышно цветет, как... Не-не-не, не. Один, правда, опал. Один? Да. Утешила. И всего один остался. Не, один. И... О боже мой. Нет, два все-таки упало. Поверни ее ко мне. Это мини-марк. Вытягивай. Такое мизерное. 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 Так, он мне, конечно, достался немножко со скидкой. Почему? Потому что он, я знала, что он отцветает. Ну, хоть посмотреть на эти цветочки. Ничего, я... Жалко, что он не пластмассовый. Да, буду ждать. Буду ждать следующего его цветения домашнего. О, корень. Так. Такие лички у меня. Остановись, я хочу. Боже, как же я хочу на него посмотреть. Боже, какая прелесть. Какой же он. Хорошенький. Подождите, понюхаю. Непонятный какой-то. Не пахнет запашок. От стресса, и он же был в темноте, поэтому не пахнет. Ага, три цветочка вот у него упало, и два еще держатся. Ага, кстати, цветочек, да, был свеженький недавно. Я раньше миниатюрные мини-орхидеи, ну, как-то не очень воспринимала, а потом я к ним доросла, скажем так. То есть я начала их понимать. И после нашей огроменной королевской орхидейки, это просто какое-то маленькое чудо. Мне кажется, что это орхидейка для кукляш. Вот. Ну, хоть на один цветочек налюбоваться. За корешками. Хотя отпить, конечно, конечно. Запаковали корешочки. Да, хорошо, запаковали корешочки. Зафиксировали. Такие маленькие, худенькие. Давайте же его рассмотрим поближе, мне не терпится. Ой, два цветоносика было. Так, что-то у нас. Даже куда же. Так, пятнышек никаких плохих нету. Корешки напоем, это не проблема. Никаких вроде бы нервальную. Никакой цибуля. Она еще отваливается. Теперь нормально. Ну, профилактику по-любому я буду делать. И пересадка, наверное, ему нужна. Так, что тут у нас за зелень? Просто мох живой. Это не зелень, это не плесень. Хотя... Возможно.
Все. Все возможно. Все возможно. Профилактики по-любому. Да, отцветашка, отцветашка. Отцветашка, отцветашка. Ну, такая же ты милашка. Отцветашка, отцветашка, ты просто милашка. Так он полубоком сидит в горшочке. Ну, в общем, я не жалею. Вот такая вот была орхидейка, вот такой был заказик. Пока-пока. Пока-пока.